Нестандартные тезисы, неформальные выступления и студенты со всего Санкт-Петербургского университета. 22 апреля в новом кампусе Михайловская дача прошла конференция, посвященная идеям достойного распространения. Ее организовали студенты по настоящей лицензии знаменитого проекта TED – Technology, Entertainment, Design. Главной задачей конференции стало желание показать, что в одиночку очень сложно изменить мир и реализовать все задуманные проекты. Мы собрали здесь абсолютно с каждого факультета хотя бы по одному несколько человек. И мы собрали здесь весь университет, и мы очень рассчитываем, что они будут знакомиться друг с другом и объединять наши факультеты. Конференция TEDxSPBU проходит в этом году впервые. Ее тема звучит так – «Вместе». Здесь и студенты, и преподаватели, и ведущие ученые, и даже выпускники вуза. Спикеры выступают со своими идеями в ограниченном формате – не более 18 минут. Дарьян Волкова – мастер балетной фотографии. На своем примере она показала, как, будучи артистом балета, однажды посмотрела на сцену с обратной стороны, через призму объектива, и стала впоследствии автором многих захватывающих фотоисторий. Если ты занимаешься чем-то одним, это еще не конец. Можно видоизменяться, трансформироваться, изменяться, и от этого рождается что-то новое, какой-то новый путь, возможно, какая-то новая идея, которая, может, кому-то это поможет, я не знаю. TED – это частный некоммерческий фонд в США, проект, в котором принимают участие ведущие мировые деятели. Участники конференции – профессионалы из абсолютно разных сфер. От эколога до видеоблогера, от врача-онколога до космонавта. Александр Муратьев, например, известный иллюзионист. Он поделился со студентами идеей, как превратить хобби в любимую работу и как же найти свой источник вдохновения. Любому из вас я могу посоветовать в первую очередь, если вы не знаете, чем заняться, особенно после университета, в интернете есть куча сайтов, которые называются «Тысяча и одна бизнес-идей». Этих сайтов просто миллион. Просто миллион сайтов. И в свое время я их перечитал достаточно большое количество. Вы просто заходите и начинаете читать бизнес-идеи. И, возможно, вы не найдете свою бизнес-идею, но какие-то другие вдохновят вас на что-то свое. По крайней мере, вы будете образовываться в этом вопросе. Выступления спикеров также можно посмотреть на официальном канале TEDx и вместе со студентами оказаться на первой подобной конференции в Санкт-Петербургском университете. Александра Сидоркина, Евгений Горяев, телеканал «Мост».